Добрый день, с вами компания «Крофмонтаж», меня зовут Мороз Алексей. Мы продолжаем наш, так сказать, плейлист по монтажу гибкой черепицы. На этом объекте, это третья серия будет уже, мы производим капитальный ремонт кровли под ключ с ее разборкой, демонтажом, переутепление пирога и с подшивкой кровли, водостоки, ну, полный цикл кровли. Значит, ну, что хочу показать. Как раз удачный ракурс, мы, наши работники, вскрыли старую, значит, начинку пирога. Вы можете видеть отсутствие пароизоляции. Здесь был пенопласт, так его на пену утеплили. И смотрите, неровность доз стропильных частей. Мы натянули шнурку по диагонали и по горизонтали. Смотрите, вот мы... Идет наращивание, настолько гуляет стропила. Вась, возьми крупно туда. Беру, я здесь беру и там беру, возьму. Вот следующий ряд идет, смотри, как там серединка просела. Вон там, вот вторая. Практически сантиметров 7-8. И это каждая. Это вот деревянный дом, у него, конечно, есть недостатки. Древесина осаживается, гуляет. Вот, дом где-то, уже ему лет 10. Купили новые заказчики, так сказать, хозяева дома, и делали здесь реконструкцию. Вот налицо пирог, отсутствие пароизоляционной пленки, гидроизоляционной, должного утепления. Был конденсат, вся старая фанера в конденсате. Мы производим полный ремонт. Значит, в сегодняшней серии я вам покажу, вторая половина дома практически готова. Я вам покажу, как монтируется КТ-пал. В нашем случае это КТ-пал, значит, монтаж гибкой плитки. Ну, уже готовую часть дома, из чего состоит слои. Я вам показал просто внутренности, так сказать, скелет кровли. Вот, в разобранном состоянии мы произвели демонтаж. Ну что, друзья мои, мы залезли на леса с другой стороны кровли. У нас... уже кровля с этой стороны почти выполнена, остались мелкие штрихи, вентилируемый конек вверху надо будет делать. Значит, непосредственно пока мы находимся на карнизе, я вам расскажу об устройстве карниза. Значит, тут у нас еще будет лиственница и подбивка, подшивка будет делаться из лиственницы. Вась, сними лучше вот отсюда или вот отсюда. Я сейчас все засниму. Ага. Вот, смотрите, мы намонтировали вот так водосточную систему подвесную, видите, все сделано металлической сеткой, подшито, дабы, значит, насекомые, осы, птички туда не проникали в диффузионный зазор для продых. А вот, и, так сказать, и отсюда будет сходить конденсат прямо в водосток. Потом мы хотим это еще, сегодня я привез из алюминия вот такую деталь белая. Она еще финишно будет крепиться после подшивы. Вот. Сними, пожалуйста. Вот будет финишный элемент вот такой. Мы используем... Есть, конечно, гибкий продукт, но мы в этот раз на этом объекте будем использовать жесткий продукт из алюминиевой планки. Теперь мы расскажем о комплектующих гибкой кровли. Вон, возьми крупно, сделан вентилируемый конек как раз на вот этом слуховом окне. Видно, да? А вот он, я держу его в руках. Вон фирмы Валпе. Вот такой пластиковый он с виду. Регулирующийся угол. Смотрите, его мастер может сгибать. Под определенный угол мастер может сгибать под определенный угол кровли. Есть отверстие под саморезы, чтобы саморезы утапливались. И за счет вот этих, так сказать, перфораций осуществляется засос воздуха и обратно, то есть циркуляция воздуха. И это потом элемент также приклеивается, монтируется коньковым элементом этой гибкой плитки. Вот, смотрите, помните, я серию назад как раз приблизительно стоял на этом месте,
Мы также здесь вскрыли ее, переутепляли. Вот, пожалуйста, готовый элемент со всеми комплектующими. Вот набивается карнизная планка. Карнизная планка, подкладочный ковер клеится. Здесь все приклеено четко, не придерешься. И боковая планка. Отдельным моментом хочется сказать о дымоходах и всяких элементах, которые могут быть на крыше. Вот, в частности, это вент-шахта. Покупается металл в цвет кровли. Мы купили, Пурал. И уже наши мастера, вот здесь надо определенные навыки жестянщика, исполнили примыкание. Дабы здесь всегда будет затекать назад в заднюю часть дымохода, сверху будет дождь, стоять сугроб снега. То есть здесь должно быть очень тщательно и герметично сделан фартук. И задняя часть заходит из металла под сам материал катыпал, а боковая уже внахлёст. Все проклепано, загерметизировано. Я не знаю, там трубу дальше заказчик будет чем-то отделывать, обшивать. Это уже не наша печать. Вот. Потом вот непосредственно, смотрите, я расскажу о самой гибкой черепице, ее монтаже. Здесь ничего сложного нет. Именно к этому материалу можно иметь минимум инструментов. По монтажу это молоток и специальный малярный нож усиленный. Для чего? Чтобы отрезать по краям плитку. Мы вам рассказывали об устройстве карниза, продыха и так далее. Теперь наступил момент рассказать непосредственно о монтаже гибкой плитки. На фанеру обязательно нужен стелить подкладочный ковер, приклеивать и прибивать, как в нашем случае. Вот боковая планка. В этих местах, вот, как видите, он должен обязательно под этим промазаться клеем и наклеиваться. После того, как ковер сделан, снимаем аккуратно защитную пленку с кровельного материала. Вот. Вот это сейчас плюсовая температура, она очень липкая. Надо ставить ее сразу аккуратно. Потому что, если использовать ее повторно, она не так уже клеится. Вот. И специальными ершовыми гвоздями крепится вот в эту область. Таким образом. И так она получается наслаивается. И следующее. Вот здесь есть контрольная, выпуклость, которая здесь она вставляется. Мастер может регулировать. Вот. Если совместились вот эти две выпуклости, значит плотненько, значит уже вы материал уложили. И также опять вверх крепите гвоздями в эту область. Специальные ершовые гвозди для мягкой кровли. Вот. Есть, конечно, это для гурманов. Я сейчас расскажу, есть тоже хитрости, тонкости. При очень жаркой погоде, сейчас в принципе май, еще такой плюс, скажем, 15 градусов, ходить можно по ней. А когда, температура 25 градусов, под ногами плитка плывет и принимает нетоварный вид. То есть тоже надо принимать меры, настилать, временные настилы, чтобы по ним ходить. И, своими же ногами не помять эту плитку. Вот. И нож нужен для того, чтобы обрезать. Вот понятно, что вы наставляете кусочек
и с линейкой вы обрезаете необходимые куски. Вот и все. А что еще хочу сказать, друзья мои? Конечно, с виду это все просто выглядит естественно. Ее даже приятно, гибкую эту черепицу, прибивать. Но вы сами знаете и видели, что мы в начале этого сюжета показывали, сколько должно быть выполнено работ подготовительных, трудоемких. Демонтаж пирога, монтаж самого пирога, утеплений послойно по технологии гидро, пароизоляции, утепления, обрешетки, фанеры. И, чтобы приготовить кровлю до этого момента, когда уже идет финишная часть, монтаж гибкой плитки, надо выполнить очень много работ. Обязательно, чтобы крыша была ровная, не зря мы равняли. Да, да. Я показывал в начале ролика, что в каком состоянии крыша, как мы ее выводим, доводим, и будет она вот в таком состоянии. Вот, ну, в принципе, на этой ноте хочется с вами попрощаться. Надеюсь, что этот ролик был полезным для вас. Продолжайте смотреть наши видеоуроки, отчеты. Всегда ваш Крофмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей, и оператор Василий. Да, до новых встреч. Не забывайте подписываться, лайкать. Пока.